что, предварительный диагноз кома неясного генеза, ну и налицо явные признаки общего переохлаждения. Пациент поступил сегодня, 21 сентября, около 19 часов, доставлен с границы. Вот, утверждает он, что 3 дня пребывал без еды и без питья, постоянно просил пить, пил очень много жидкости. Вот, из расстройств, значит, таких здоровья жаловался на боли в правой ноге. Похоже, как бы следы вот колючей проволоки. С ногой будем разбираться, вот сейчас приглашен хирург, будем смотреть, чтобы там что-нибудь серьезного не пропустить.